Акции протеста в ряде городов Курдской автономии Ирака переросли в столкновения с полицией и беспорядки. По данным медиков, погибли не менее 5 человек, около 200 получили ранения. Для разгона толпы полицейские применили водометы и резиновые пули. Многотысячные акции протеста против регионального правительства продолжаются уже вторые сутки. За минувший день манифестанты подожгли несколько правительственных учреждений, в том числе штаб-квартиры правящей Демократической партии Курдистана и других политических организаций. Предпринимались попытки штурма полицейского участка и электростанции. Митингующие требуют от властей покончить с коррупцией и выплатить задолженности по заработной плате. Финансовое положение регионального правительства значительно ухудшилось после потери контроля над нефтяными месторождениями в Киркуке и из-за сокращения бюджета со стороны федерального правительства в Багдаде.